Вообще, я очень часто бывал в Казахстане, хорошо знаю Казахстан и юг, и центр, на севере мне посчастливилось побывать. Прекрасная страна, динамично развивающаяся. Непростые процессы проходят в политической области. Естественно, президентские выборы, особенно смена президента, она всегда соответствующим образом отражается на жизни, на обществе. Ну, что там говорить, даже и на экономику влияет. Ну и по многим-многим другим вопросам определены направления сотрудничества. Я думаю, что несмотря на то, что у нас союзное мероприятие в рамках Евразес в Нур-Султане, нам удастся и с вашим президентом, и с первым президентом Казахстана переговорить о дальнейших путях нашего сотрудничества.